Сейчас мы едем на улицу Степная. Женщина одна попросила показать ей эту улицу. Когда-то было ее детство связано с этой улицей. Мы приехали на Увеличковскую. Поверните налево. Сейчас мы прочитаем. Нет, здесь ничего не написано. Вы приехали. Степная. Степная, ну вот. Едем по ней, по этой улице. Вот так вот она выглядит. Так, почему нет? Возможно, женщина узнает какой-то дом, который она хотела посмотреть. Мы сейчас проедем по ней туда и обратно. Она идет по всей длине, в одну сторону и в другую. Здесь в основном какие-то предприятия. Есть уже предприятие. Элеватор. Точно. Элеватор. Видите, ну он, правда, заброшенный такой. В старую часть надо ехать. Здесь идет строительство, чьи-то дом какой-то строит или что. А, нет, это, видать, блоки изготавливают. Да, изготавливают блоки, плитку.